Что, киса? Ты одна? Нет, с папой. А, он по плане. Кстати, все утро здесь отдыхает. Ну, дядя здесь хорошо. А, слава богу. А у тебя здесь полный ассортимент, да? Да. Поэтому ты так отставила все свои позиции вчера. Ну да, я точно позицию оставил, конечно, мясная позиция. Вот он. С мамашкой разбирается. Да. Пофигу, да? Да, мне пофигу. Потому что мне нужна Белла. Белла, ты ему разве нужна? Иди, киса, кушай. Иди, иди, ешь. Ешь, иди. Она не покушает, дочка ее. У них права железные. У них все как надо. Поела, поела. И что, ты тоже хочешь? Ты свою всегда возьмешь. Дай мне пройти. Ну иди. Ну, проходи. Иди к своим девочкам. Иди. Ну иди, иди. Девочки. Папа, папа. Дай что-нибудь. Да конечно, дам тебе что-нибудь. Вали отсюда, дочка. Папа, еще в глаз дам. Не дашь. Кровь родная. Ага. Белла, дай пожрать. Сейчас. Дай тебе пожрать. Вон иди, в другом месте жги. Дай здесь. Нет, в другом месте. Ах, Белла, Белла. Как любовь, так любовь. А жрачка отдельная. А, ну ладно, пойдем я. Дочка, пока. Пока, папа. Ну, Белла, у тебя и брюхо. Жрешь больше, чем бегаешь. Ну, мне все силы нужно восстанавливать. Ты меня гонял, вот теперь жди. А дочка как? Дочка уже все готовая. Так что можешь пойти погулять с ней. Нет, я с тобой. Ты мне больше нравишься. Ну, тогда жди, когда наемся. Хорошо. Ты еще немного терпеть должен тебя, а? Давай быстро доканчивай кушать. Я сейчас. Да. До сих пор смотришь на нас. Ты давай, иди, где там красавица ждет. А я сам с ней разберусь. Сейчас получишь? Ну, получу, и то поем потом. Я предупреждаю один раз, потом дам больно. Ну, такая злая. Конечно, злая. Когда жрать надо, надо бить злой. Эх. Короче, дружок, оказывается, ты ее сыночек? Ранний. Да, ранний он. А какого фига ты представляешь твоей мамаше? Разве она мамаша моя? Да, я твоя мамаша. Ну, нифига себе мамаша. Здоровая как дом. Ничего, переживешь. Да, вот это задача. И что, наши дети это мои дети, мои братья? Да, это твои братья, дети. Ну, блин, запутали меня вообще. И внуки. И внуки мои, да. О, вообще. Единственного оставили, и теперь приходится работать за всех. И за дедушек, и за бабушек, и за тетек, и за дядек. Ух, ты уже мне Белла. Какая ты многодетная мамаша. Ну, я многодетная. У меня дочка Шнегри только одна. На предании. Ага, на предании она у тебя. Ты сама на предании. Ну, доем, а потом будет тебе предание. Ну, давай, дай, дай. Мама, ты давно уже себе брюхо набила, давай не жрать. И себе раньше набила. Ну, папа, давай потянемся с тобой. Ну, девочка, хорошее предложение. А то у нас есть, есть, есть. Папа, иди сюда. Дай вместе в дюнде дадим. Ты чё? Вместе. Папа, в чём дело? Да я все жду, когда твоя мама освободится. Ага, будете долго ждать меня. Вот я вот эту тарелку все сначала опустошу. Мама, ты чё? Ничего. Ну, всю тарелку, ты надо же, а? Ну, много энергии потеряла с твоим папашей. Ой. Слушай, ты, энергетичка, давай быстро, дай-дай, пойдём погуляем. Ну, конечно. Ух, впилась она в эту тарелку прямо. Мёдом, что ли, намазана тебе? Я тут мёдом намазана. Эх. Точно не. Ну что, мясо практически все съедено. Теперь будем морковку кушать. Витаминчики. И чё? Мы пока мама ушла, нафиг нужно будет доедать здесь все. И витамины, и мясо, и все.